Привет! Если ты актер, то это видео может стать для тебя прекрасным актерским вдохновением. Чтобы помочь тебе осветить путь, я собрала советы от некоторых из лучших и умнейших в мире развлечений. Позволь идеям этих 11 участников, которые оказали неизгладимое влияние на отрасль, помочь тебе верить в себя. И первым будет Хавьер Бардем. Хавьер Бардем, уважайте ремесло и старших. Моя мать сказала, если ты хочешь этим заниматься, единственное, что я тебе скажу, это то, что ты должен относиться с уважением к ремеслу и ко всем, кто занимается этим ремеслом, потому что оно свято. Это дало нам образ жизни, способ существования. Это не только работа, это то, к чему вы должны относиться с большим уважением за то, что оно представляет, и за то, чем оно может стать для других. Джон Бернтал. Будьте готовы к своим 15 минутам славы. Вы получите свой шанс, но не тратьте годы своей жизни на то, чтобы ломиться в дверь, пытаясь попасть в эту комнату. Беспокойтесь о том, что вы собираетесь сделать, когда попадете туда. Имейте в кармане 5 монологов, готовых к броску, и уметь ходить пешком. Только об этом не говори. Не знаю, почему Джон посоветовал уметь ходить пешком, но я очень много хожу пешком. Я об этом не говорила. Джесси Бакли. Не бойтесь рисковать. Если ты перестанешь падать и снова будешь подниматься, то я не думаю, что ты действительно рискуешь. Вы должны быть готовы отдать свое сердце. Ты должен спрыгнуть со скалы. Колман Доминго. Делайте домашнее задание, но будьте готовы к изменениям. Раньше меня так раздражали актеры, которых я мог видеть в углу, исполняющими сцену. Казалось, что они управляли сценой так, как собирались ее сыграть. Что за веселье? Это весело для вас? Я не думаю, что это весело. Я думаю, что интересно то, что я знаю то, что знаю 80% этого. Я знаю то, что я знаю. Я сделал домашнее задание. А затем остальные 20%, я понятия не имею, что собирается делать Зендая. И я понятия не имею, как создатель сериала «Эйфории» Сэм Левинсон хочет это поставить. Я просто должен испытать все это. И тогда все это сделает это честным и реальным. Брэд Гольдштейн. Напрягите свои творческие мускулы, когда это возможно. Если ты просто актер и не создаешь, не пишешь, не делаешь ничего другого, ты буквально ждешь, когда волшебная рука покажет на тебя пальцем «это ты». Помимо творческой реализации, с практической точки зрения, я думаю, вы все должны что-то делать. К тому же, тогда ты не сидишь и не ждешь, пока чертов телефон зазвонит. Хью Джекман. Приземляйте свои выступления на реальность. Неважно, росомаха это, фильм, шоу или мюзикл. Я должен чувствовать, что все основано на истине, на заземленности. Даже если мы каким-то образом полуподмигиваем публике, это должно казаться мне реальным, иначе я просто не смогу пройти через это. Джоуи Кинг. Люди, которые бросают вам вызов, больше всего помогают вам расти. Не окружайте себя мужчинами или женщинами, которые говорят «да, да, да». Самое главное для продюсирования, актерства, чего угодно – окружить себя людьми, которые не боятся говорить вам правду. Имейте сумасшедшие идеи и не бойтесь их высказывать. Но не будь придурком. Сана Латан.
Включи свое воображение. Когда я училась в театральной школе, мой учитель всегда говорил мне продолжать читать. Вся эта актерская игра исходит из вашего воображения. Чем более яркое у вас воображение, тем больше оно привносит реальность в историю, которую вы рассказываете, и тем больше аудитория будет вовлечена. Джонатан Мейджерс. Чем лучше вы подготовились, тем лучше вы будете, когда начнут работать камеры. Я называю этот момент между действием и падением. Вы так усердно работали, вы в некотором роде подготовились к постройке лестницы. Ваш диалект, ваш костюм, даже свет и декорации – все это часть строящейся лестницы. Насколько высоко вы построили эту лестницу, зависит от того, насколько глубока ваша подготовка – духовная, эмоциональная, физическая и социальная. Поэтому, когда они говорят «действие», вы просто сходите с лестницы. Если у вас есть глубокая подготовка, ваша лестница, как правило, выше, и вы можете просто свободно падать. Потому что, когда ты падаешь, ты сдаешь все домашние задания. Петти Люпоне. Уважайте свой уникальный талант. Не гонитесь за ролями, потому что вы будете разочарованы. Роли, которые приходят, это те, которые вы должны играть. Но моя профессия – это профессия подчинения и отторжения. Я выплакала слишком много слез из-за потерянных ролей и сказала: «Это не мой образ жизни. Я знаю, в чем мой талант. Никто не помешает мне выйти на сцену. Никто не помешает мне делать то, для чего я рождена. Вы должны знать, почему вы это делаете. Я надеюсь, что причина, по которой вы находитесь на сцене, заключается в том, что вы чтите свой талант. Вы должны признать, что он у вас есть. Вы должны защитить его. Если вы знаете себя, вы можете быть уверены. Это не высокомерие знать себя. Это должно звучать в вашей голове так. Это то, что мне нужно, чтобы дать вам все, что у меня есть, в меру своих способностей. Но ты должен знать, что это такое. Постскриптум. Высокомерие – это страх. Аманда Сейфрид. Делайте все по одному дню. Я заметила, что многие молодые актеры и молодое поколение думают, что они должны построить этот мир вокруг себя, чтобы играть. А это просто не так. Все, что вам нужно, это вы. И некоторая подготовка. Понимание своего персонажа в сценарии. Уважение к режиссеру. Уважение к себе и своим актерам. Если бы я была в этом возрасте, это заставило бы меня думать, что я делаю что-то не так. Но я поняла, что я делаю то, что правильно для меня. Мне еще многому предстоит научиться, и я хорошо провожу время, занимаясь этим. Я не напрягаюсь. Вам не нужно строить мир вокруг себя, чтобы быть хорошим. Ты в порядке. Ты уже здесь. Ты уже здесь. Ты в порядке, ты уже здесь.